Всем люментиал, ребятки, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Inverbis Virtus. И прошла серия, я нечаянно забыл включить камеру, но в этот раз я ее не забыл включить, и у нас все с тобой работает. Хотя, может быть, в какой-то степени это придало немножечко атмосферности. Вот, посмотрим, ладно, как вы будете реагировать на то, что камеры не будет. Вот. Ну а мы с вами продвигаемся дальше. И мы выучили с вами парочку новых заклинаний прошлой серии. Ёб твою мать. Люметиал. Ага, мне не дают, да, здесь кастовы? Люметиал. Так. Маленькие засранцы, вы будете меня трогать? Экто люме! Вот так, получите! Получите и распишитесь, маленькие говнючки. Я надеюсь, кстати, вот это вот все светящееся сверху, это не супер огромная армия вот этих летающих чувачочечков. Так. Люментиал. Слушайте, у меня стало более-менее получаться, вроде бы, когда и с этими заклинаниями уже. Единственное, но... Прям единственное, я все никак не могу запомнить огненные заклинания. Вот огни, я помню, огни там что-то было. Атуль огни. Так. И... Уданотем. Атуль огни, да? Люметиал. Так, хорошо, идем дальше. Пока что просто идем дальше. Ага. Ау. Что это сейчас было? Что это за летающий огонек? Какого? Люментиал. Люментиал. Так. Ты посмотри. А что мы должны делать с этим огоньком? Так, окей. Может быть, я что-то неправильно сделал. Может быть, где-то я что-то... Ага. Ну-ка. Тиалуда. Так, ага. Люментиал. 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 Эй. Люментиал. Экто люме. Это не дает мне никакого источника света. Ладно, давайте пробуем дальше. Люментиал. 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 Тиал. Люментиал. Проблема. Большая проблема. Я не могу кастануть. Люментиал. Он огненное заклинание почему-то кастует. Тиалуда. Вы вне зоны слышимости объекта. Люментиал. Можешь включить? Пожалуйста, люметиал. Люметиал. Спасибо. Почему-то я люмен говорил, а не люме. Поэтому, наверное, он не хотел срабатывать. Эх. Плохой из меня, маг, плохой. Очень плохая память. Так, а что если... Тиалуда. Вы вне зоны слышимости объекта. Люметиал. Ага. Окей. Тихо, парень. Иди отсюда, блин. Огонек летающий, ты посмотри на него. Удумал, что. Так, ну что ж. Темный лабиринт. Очередное испытание для паломника. Но все это нас с каждым шагом приближает к нашей заветной цели. К постижению тайной магии. Конечно, память нужна получше.
чтобы постичь эту магию, но я думаю, я надеюсь, что мы справимся. Диалюда. Люме, диал. Так. Окей, мы что-то сделали. Только что, я пока поднять не могу. По-моему, этот огонек летит за мной. Вот сволочь. Ах ты сволочь, огонек. Я понял твою тактику. Люметиал. Он просто скидывает. Так. Немножечко не так. Что ж, давайте. Потихонечку, постепенно мы доберемся до нашей главной цели. Хорошо, что сразу не умираешь. Так. Долбанный огонек. Пристал тут к нам, понимаешь ли? Так, ну, в этот раз мы его обхитрим. Так. Диалуда. 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 Вы вне зоны слышимости объекта. Люме, диал. Так. Хорошо, давайте пробовать, давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь сохранение, отлично, сохранение это очень хорошо. Потому что не хотелось бы потерять весь прогресс. Так, отлично, теперь будет немножечко попроще. Диалуда. Слушайте, как мне нравится заклинание Диалуда. Так, Атуль Агни. А, как там дальше? Тихо. Уде Нотам. Какой ты чё несёшь? Удель. Чё там? Удан Нотем. Удан Нотем. Ага. Атуль Агни. Так, хорошо. Да. Уда Нотем. О, Уда Нотем. Ты посмотри, мы могли заклинанием Оби-Ван Кеноби поднимать их и кидать. Ха-ха, хорошо. Так, Экто Люме. Так, отлично. Единственный и самый главный минус, ребята, это то, что... Забываю постоянно заклинание. Так, все, больше от меня ничего не требуется, правильно? В этой комнате, наверное, нет. Так. Вот прям забываются заклинания. Их только не то чтобы слишком много, но они сложные в произношении. Люметиал. Иди отсюда, огонек. Так. Диалуда. Так, не слышишь. Люме диал. Люме диал. Так. Хорошо. Так. Это куда нас ведет? Какие адские чертоги ведет нас этот путь? Плач в темноте. Небо потемнело на Вальтарии. Ночь постучалась в дверь и принесла тени и подозрения. Женщина бежала, прячась на каждом перекрестке, боясь быть замеченной. Когда она пришла в дом своего возлюбленного, она поднялась по лестнице с желанием и трепетом, представив те эмоции, которые чуть позже она сможет ощутить.
Как ни странно, он уже был в постели. Он не встретил ее с объятиями и словами, а только поманил ее к себе, нежно жестикулируя во тьме комнаты. Без задних мыслей она разделась и легла в кровать, до самого утра начав целовать и удовлетворять его. В тот самый момент, когда она открыла глаза, счастливая как никогда, первые лучи солнца пронзили комнату. Она повернулась посмотреть на своего мужчину, но то, что она увидела, заставило ее замереть. Она провела ночь со своим мужем. Поняв то, что увидела, ее охватил ужас. Она спрыгнула с кровати. Все это время ее сердце бешено колотилось. Ее супруг, лорд Валтарий и верховный член Ордена Справедливости, наблюдал за ней любопытными глазами. В дверь вошли охранники, которые ее связали. «Пожалуйста!» — крикнула она. «Прошу вас, я больше не буду. Я твоя, прости!» «Нет, ты не сделаешь это еще раз», — ответил человек. Охранники схватили женщину и понесли ее в храм порядка. После того, как они пришли, женщина увидела там и своего любовника. Он был весь в крови, его тело было в синяках, и у него был измученный вид. На его лице не было следов повреждений, его не тронули, и именно это больше всего привело ее в ужас. «Во имя справедливости ты ответишь за свои действия». При этих словах двоих заключенных поместили в две отдельные клетки. «Ваша нездоровая похоть заставила вас нарушить обещание и, отнявшая любовь у других, довела вас до этого. Во имя справедливости вы оба останетесь в этих клетках, висящими в воздухе. Вы не сможете друг друга касаться, целоваться или когда-нибудь быть вместе. Между клетками мы разместим стекло, чтобы помешать вам разговаривать друг с другом. Во имя справедливости вы никогда не умрете». Оба заключенных замерли. «Вы, наверное, обречены смотреть, вы навечно обречены смотреть и хотеть друг друга, не имея возможности прикасаться или разговаривать друг с другом. С этого момента ваше время застыло на месте. Физическая боль никогда не остановит и не будет мучить его всегда, питая ею эмоциональную боль. Вы не сможете ненавидеть или устать друг от друга, не сможете избежать страданий, пока они полностью не захлестнут вас и не наступит конец вселенной». Они погрязли в темноте, и только свет, идущий сверху, позволял им смотреть друг на друга, а между ними находилось стекло, которое не позволяло слышать то, что говорил другой. Они кричали бесконечное число часов, дней, недель. Они никогда не уставали, их голоса не пропадали, но тем не менее они не слышали друг друга. Они плакали, им разрешалось это делать, и продолжали плакать так долго, сколько мог себе представить земной разум. До сих пор слышатся их крики, достигнувшие самых дальних глубин мироздания. Ага. Понятненько. Теперь почему-то статуя меня не слышит. Что-то нужно с этим делать. Вот только что, пока ума немножечко не приложу. Но вроде бы что-то произошло, как бы. И это что? Так, сейчас ты меня выкинешь, да? Ну, давай. О! Люмердиал. Так? О, отлично, отлично. Сраный огонек. Иди отсюда. Так. Куда нам нужно идти? Диалуда. Люме Диал. Вроде бы все то же самое произношу, что не так. Люме Диал. Почему он не хочет делать это заклинание? Люме Диал. Спасибо. Спасибо, мужчина. Так. Надеюсь, что я сейчас иду правильной дорогой. Нет, я иду совершенно неправильной дорогой.
Подожди, мне как-то нужно. А как? А коим образом мне это нужно сделать? А? Подожди. Но если я это сделаю сейчас... то я, скорее всего, не смогу пройти дальше, правильно я понимаю? Люме тиал. Тиалуда. Люме тиал. Так. Тиалуда. Люме тиал. Так. Знаете, что действительно очень скверно? Люме тиал. Тиалуда. Точнее. Люме тиал. Я, кажется, начинаю допирать. Так, смотри. У нас здесь есть вот эта дверь. Нам как-то нужно. Как-то нам нужно так сделать. Блин, а как же сделать-то так? Нам нужно... применить заклинание, чтобы открылась эта дверь. Давай думать. Тиалуда. Тиалуда. Ой, отлично, я могу не отменять это заклинание. Очень хорошо. Так, смотри, здесь открывается. И при этом там закрывается. Тиалуда. Ага. Сработало все же. Ты посмотри. Так, теперь. Теперь все правильно. Да, теперь все правильно. Теперь возвращаемся обратно. Диал, куда? Раз. Так. Хорошо. Диал, куда? Так, два. Отлично. Ой. Люме тиал. Люме тиал. Люме тиал. Люме тиал. Серьезно. Люме тиал. Зачем ты мне Атулагни пытаешься скастовать? Атулагни. Люме тиал. Люме тиал. Люме тиал. Люме? Люме тиал. Люме тиал. Спасибо. Самое дурацкое, самое забагованное заклинание, которое можно было только придумать. На самом деле. Почему? Так. Огонек. Ну-ка. Пошел вон. Ой-ой-ой-ой. А, руны присутствия? Хорошо. Справились. Это было долго. Это было жестоко, на самом деле. Так. Ну что ж, прошли мы этот лабиринтик. Это очень сильно меня радует. Больше я бы не хотел возвращаться к этому лабиринту. Как там заклинание лечения? Напомните мне, пожалуйста. Егамиде. Ага, спасибо. 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 Так. Здесь мы ничего прочитать не можем, не можем. Хоро... Тиалуда. Экто люме. Ау, ау.
Вы чё, маленькие поганцы? Совсем, что ли, попутали? Так, подожди. А вот это куда нас ведет? Вот это куда нас ведет? Неужели это ведет нас куда-то обратно? Ой, ой, нет. Давай-ка вернемся. Так. Ега миде. Спасибо. Спасибо. Спасибо за лечение. Так. Быстро, быстро. Пока эти ребята не пришли. Твоем присутствии открывай мне двери. О, тут уже два этих огневичка. Это очень плохо. Это, мать твою, не есть хорошо. Так, куда-то эти кристаллы нужно вставить. Оби-Ван. Оби-Ван не работает. Тиалуда. Так. Что нам дает Тиалуда? Ау! Ау! Это было жестоко с твоей стороны, огневичок. Совсем попутал, что ли? Так. Будь. Стоит меня. Так. Эу. Блин, по лаве так-то вообще ходить неприятно, да? Так, что нам нужно делать? Смотри. Тиал. Нет. Нужно сначала запрыгнуть. Тиалуда. Тиалуда. Ау! Ах ты сраный огневичок. А можно тебя как-нибудь победить? Адулагни. 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 Скотина долбаная. Так. Ну-ка, вот это что? Тиалуда. Так. Тиалуда. Упс, тиалуда. Так. Оп. Тиалуда. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышь, пошел вон. Пошел он, я тебе говорю. Оби-Кену. Оби-Кену. Так, окей. Атулагни. Взорвись. Атулагни. Взорвись. Взорвись. А, нет. Как там было? Уда нотем. Уда нотем. Ну я сказал взорвись, а то взорвалась. На самом деле. Так, стойка. А, нужно стоять на месте и не двигаться. Понятно. Эта конструкция работает, понятно. Так, оби-кену. Так, здесь не канает. А здесь оби-кену. Оби-кену. Нет, оби-кену. Ну да, ну так. Да, понятно. Так, подожди. Тихо, 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 тихо. Огневичок, успокаивайся. Ну-ка давай это, притормози. Он, скотина, прям вот тут вот постоянно летает. Я до туда-то не допрыгну. А вон до сюда я смогу. Серьезно. Дайте подумать. Здесь можем, а здесь почему не можем?
Тиалюда. Не, ну смотри, я смог. Но... Невичок, иди вон. Уходи. Уходи, я тебе говорю. Не совсем то, что мне нужно. Так, и чего? Мне как-то бы туда бы попасть, мне кажется. Так, тихо. Может быть, получится все же. Нет, видимо, туда попасть нельзя. Там. Ну да, если бы можно, мы бы запрыгнули бы. Так. Люмен Экто? Вообще, Экто Люме. Понял. Тиалю, да? Ага. Тиалю, да. Тиалю, да. Экто люми. Ах ты... Падла. Нужно в этот кристалл попасть, скорее всего. Это очень плохо, между прочим, знаете ли. Тиалю, да? Тиалю, да? Экталюми. Экталюми. Серьезно? Экталюми. Экто люме. Это капец, это нереально. Из-за вот этого шарика летающего. Экто люме. Неправильный, скорее всего, угол, да? Попасть-то в итоге-то нужно. Экто люми. Я понял, нужно кристалликом желтеньким вот в этот желтенький кристаллик попасть. Уходи, уходи. Экто люми. Почти. Так, хорошо. Что-то мы сделали. Только что. Экто люми. Так, отсюда будет сложнее попасть, да?
Хм. Долбанные огневички. Я теперь их ненавижу всеми фибрами души. Экто люме. Люме тиал. Так, подожди. А для чего мы эту платформу-то сделали? Же какой люме тиал? Тиалуда. Зачем я это сделал? Мы же создали платформу уже. Тиалуда? Тиалуда? Тиалуда. Тиалуда. Люме. Мне нечего здесь делать, пока не получу силу контролировать объекты.